Красная дорожка, изысканные наряды, десятки объективов фото и видеокамер. В столице выбрали победителей национальной премии National Tourism Awards 2019. Конкурс проходит во второй раз. В этом году мероприятие прошло с большим размахом. Организаторы конкурса приняли свыше 100 заявок. Победителей определяли казахстанцы. По результатам онлайн-голосования призеров выбрали по 10 номинациям. В список попали лучшие отели, санатории, туроператоры и другие компании, которые вносят вклад в развитие казахстанского туризма. Для меня победа была полной неожиданностью, потому что соперники были сильные. Жюри стояло, наверное, перед непростым выбором. Я, конечно, рад, что выбрали нас. Марафон уже в этом году отмечает 5-летний юбилей. Он рос. Сейчас это огромное событие. Там 1500 участников со всего мира. Там только в прошлом году было 200 въездных туристов. Это престиж, это присутствие на едином портале на нашем. Это своего рода отметка признания. Не только признание национальной компании «Казахтуризм», хорошей работы в течение года того или иного участника, но и это всеобщее признание, это вовлечение активных граждан в формирование туризма. Ну вот, национальной премии удостоен и наш телеканал. Награду «Хабар-24» принесла программа «Большие города». Ее признали лучшим проектом в популяризации туризма. Недельный выпуск нашей программы «Большие города» – это такой небольшой вклад в развитие нашего отечественного туризма. Каждую неделю мы показываем новые места, мы объезжаем весь Казахстан, показываем все самые такие укромные, красивые места, которые очень интересны зарубежным туристам. И хотим, чтобы туризм в нашей стране развивался. А подобные мероприятия, когда делают итоги работы, все, кто работает в сфере туризма, для них это большой стимул.